Сегодня мы находимся на юбилейной программе фестиваля «Морисоль», который своими корнями идет от исторического-культурного наследия, преемственности поколений. И сегодняшняя, и моя роль как почетного гостя, как члена жюри, как президент общественно-культурно-просветительских программ для детей и юношества, большая честь находиться здесь, в кругу детей, которые показывают, как любой конкурс является своеобразным экзаменом для своего творчества. И в этом помогает и моя профессия, как культуролога, как специалиста по хореографии, музыке. И сегодня мы будем свидетели награждения лучших из лучших по номинациям. И свое участие я принял также для того, чтобы по достоинству оценить детей. Надо сказать, что мы подводим итоги. И вчера, как всегда, профессиональные жюри, у нас, педагогов, большая проблема, чтобы, первое, не обидеть детей, поскольку это моральное поощрение, а во-вторых, чтобы не была обесценена та или иная номинация и награда, которую организаторы подготовили. Вот. И дело не только в плюсиках и минусах, а дело в том, чтобы можно было по достоинству оценить профессионально, посмотреть, какие коллективы пришли из регионов. Я думаю, что одна из наград пришла по достоинству. Эта награда, так она позиционируется, будет вручена в честь основоположника детской хореографии в стране Елены Романовны Рассе, 110-летний юбилей, который просветительская, музыкальная, педагогическая общественность празднует в этом году. Вот сегодня эта награда будет вручена одному из коллективов. Спасибо. Мне фестиваль «Морисоль» очень понравился, потому что здесь очень много ансамблев. И очень хорошо танцуют. Мне понравился очень фестиваль, и я хочу снова в нем участвовать. Я здесь обрела много друзей, много подружек, много мальчиков, друзей. Мне очень понравился фестиваль «Морисоль», потому что тут очень интересно и весело. Мне нравится фестиваль «Морисоль», потому что тут много разных ансамблей. Они очень красиво танцуют и интересно. В этом пансионате мы познакомились с одним коллективом, называется «ИРАФ». Он тоже очень хороший и общительный. Мне понравилась на фестивале «Морисоль» песня «Мы летим». Мне еще понравилось, как мальчики барабанили. Я представляю академический вокал на международном конкурсе фестиваля «Морисоль». И благодарю руководителей фестиваля за приглашение. Мы получили массу хороших впечатлений, познакомились с очень хорошими коллективами. И, в общем-то, осталось очень хорошее впечатление, что наши дети в хороших, надежных руках, что они занимаются высоким искусством, что развиваются, что пропагандируют не только русское искусство, но и искусство восточных стран, западную музыку поют. В общем, у меня осталось прекрасное впечатление. И дай Бог, чтобы такие фестивали проводились как можно больше. На Фейсбуке мы познакомились с Раисой Куприяновной, созванивались, обсуждали и проведение, обсуждали, где это будет проходить. И, в общем-то, от беседы с ней я получила, в общем-то, громадное удовольствие и поняла, что это человек, который полностью себя отдает детям, который занимается настоящим делом. В общем-то, она нам тоже, у меня осталось очень хорошее впечатление. Дай Бог ей здоровья, сил и дальнейших успехов. Все на уровне. Хорошие певцы, очень понравились артисты в целом. Редко можно встретить очень таких талантов, молодых особенно. «Морисоль» нам очень нравится. Мы здесь уже не в первый раз, наверное, раз пятый. Участвовали очень много раз. Были за границей уже на «Морисоле». Даже наш, девочка, наш коллектив занимала гран-при. Нам очень нравится. Нам на фестивале очень понравилось, было очень весело, очень добрые жюри, также очень хорошо провели время. Мне очень понравилось, что добрые жюри, костюмы красивые, много добрых преподавателей, детей много знакомых.
И там очень... мне сделали автограф Оксана Сташенко. Мне тоже сделали автограф Оксана Сташенко. Нам все понравилось, все хорошо. И мы хорошо нашли новых друзей. Участвуя, эти фестивали очень нужны, потому что общение очень помогает в работе, в дружбе. Здравствуйте, нам очень понравился этот фестиваль. На нем так много коллективов, много позитива и много всего интересного. Очень все понравилось, здесь много дружных коллективов, тех, кто здесь занимается, много разных номинаций. Грамоты нам нужны для себя, для нашего ансамбля. Мы везем их к нам в город Ярославль. Нам фестиваль очень понравился. Мои девочки здесь пели, я руководитель театра песни «Вилибинки». Мы выступали впятером здесь, пели мои солистки. Но нам здесь очень понравилось. Надеемся на награды. Спасибо организаторам. Огромная благодарность всем тем службам этого замечательного оздоровительного комплекса «Левкова», который на 158% включили все свои резервы и оздоровили нас своим душевным, сердечным приемом и очень профессиональным. Спасибо всем! Благородный труд наших педагогов, родителей, которые приводят своих детей к педагогам, которых мы, творчество и труд, которых видели воплощенным, такие прекрасные произведения искусств, номера, которые мы видели, нам было очень сложно, не спали всю ночь, потому что один другого лучше, и не знаем, куда еще можно выше. И поэтому мы начнем слова благодарности говорить нашим педагогам. Я бы хотела пригласить для вручения грамоты Афиногенову Наталью Владимировну, руководитель вокально-театральной студии «Ноктюрн», Чужиков Александр Борисович, своим прекрасным коллективом, Каустову Ольгу Михайловну, концертмейстера образцового ансамбля народного танца «Родник». Приглашаем на сцену Карсанова Магомеда Николаевича, заслуженного артиста Республики Советского Союза, художественный руководитель ансамбля «Солист» «Третий год». Постоянного участника нашего фестиваля, прекрасного человека, удивительного, талантливого человека. Мы благодарим микрофону Галину Федоровну, педагогу по вокалу, Жуковской детской школы номер 2, города Железнодорожный, Московской области. А мы приглашаем на эту сцену Гудзумаева Азамата Батарбековича. Мы приглашаем на сцену
Николаевну, педагога по вокалу. Приглашаем на сцену Алтайруна Олега Манипуловича, заслуженного работника культуры Российской Федерации, руководителя Российского художественного коллектива от Градусского ансамбля «Мага». Он купил «Красный берегов» на носки. Вокан Владимир Иванович. И мы приглашаем на сцену Валентина Васильевна Николаевна, Ельджарову, Ельджарова, Станислава. Хасанович, начальник управления культуры и расстояния в Таиланде. Приглашаем Светкина Нина Сергеевна, которая связана с музыкальной школой, на родине города Курчкина, Московской области. Мы благодарим Чужикову Любовь Александровну, обладателя золотой медали имени Елены Романовны Росе, балетмейстера, педагога образцового ансамбля народного танца «Родник». Это поселок Шаховская, детская музыкальная школа. Мы благодарим Салтыкову Татьяну Андреевну, директора ГБУ города Москвы, школы номер 1357, многопрофильный комплекс Братиславских, за помощь в организации своих фестиваля нашего, не в организации, а помощь. Она отправила сюда прекраснейшие коллективы. Вот вы их всех видели. Таня Фицелеву, Елену Владимировну, руководителя детского образцового ансамбля, эстрадного пения «Лучик», нашу постоянную участницу. За развитие молодых талантов, за популяризацию вокального искусства, за воспитание ребенка как многогранной духовно-нравственной личности и активное участие в наших фестивалях. Мы благодарим Ульянову Людмилу Геннадьевну, руководителя образцового самодеятельного коллектива хореографического ансамбля «Радость», Дом культуры «Красный берегов», за многолетний, такой эффективный, настоящий труд педагогический. Мы благодарим Назарову Венеру Кушиновну, хормейстера фольклорного ансамбля «Традиция», Дома культуры «Весна». Директора Жуковской детской школы номер 2. Джоева Хасана Павловича. Алексееву Людмилу Евгеньевну. Культурный центр «СВАО» город Москва за профессионализм. Мы благодарим администратора нашего фестиваля Липшиц Наталью Андреевну, нашему оздоровительному центру, директора Сергея Васильевича Маркова и лице Зубенко Сергея Ивановича, заместителя директора, которые с нами все эти два дня. Я бы хотела пригласить всех присутствующих в этом зале, родителей, детей, гостей и, конечно же, от всех, кто работает в этом оздоровительном комплексе и кто здесь отдыхает, на наши фестивали, которые будут проходить. Вы будете следить за анонсами, которые на нашем сайте festmorosol.com. Я бы хотела особенно поговорить сегодня о нашем проекте, который проходит в Черногории, великолепной, красивой стране, но и много всяких политических таких ситуаций возникло в мире. И евро наш пошел куда-то опять, побежал вверх. Поэтому справиться, наверное, с ценой мы, может быть, не сможем. Но все-таки я бы хотела сказать, озвучить некоторые цифры. Например, на 8 дней полететь в Черногорию вместе с перелетом, с проживанием, с трехразовым питанием, с фестивальной полностью программой, которая проходит не так усеченно, коротко, как мы сейчас это делаем, а проходит все 8 дней. Но кто был, тот знает и может сам сказать, как это бывает интересно. Нам достаточно времени, правда? Вот лучик, девочки, мальчики, кто
Мы с нами добавили. Да. Поэтому мы купаемся в море, мы загораем, и мы много-много узнаем интересного. Ну вот, например, 8 дней пребывания такого в Черногории вместе с перелетом 585 евро. 10 дней 645 евро на человека и где-то 720, вот такая цена выходит вот на этот год, 720 евро на 2 недели. Поэтому вот мне бы хотелось всех пригласить, может быть, мы как-то справимся, сумеем полететь. Теперь мы переходим уже к награждениям номинаций. В каждой номинации будет награждено по 3 коллектива или по 3 человека, первая, вторая и третья степень. И начинаем мы с дебютов. Дипломом третьей степени награждается дуэт Алексеева Екатерина Алексеева Дарья в номинации «Дебют эстрадный вокал». Дипломом второй степени в номинации «Дебют» награждается детский образцовый ансамбль эстрадного пения «Волчи» в возрастной категории 5-8 лет. И дипломом первой степени в номинации «Дебют» награждается Лашинский Михаил, ДШИ номер 258 лет. В номинации «Эстрадный вокал» дуэт возрастная категория 5-8 лет награждается дуэт «Подружки», культурный центр «СВАУ» города Москвы и кубком второй степени. Диплом второй степени награждается Сологубенко Полина, культурный центр СВАУ города Москвы, номинация «Эстрадный вокал соло», 12-15 лет. Получается кубок. Диплом второй степени награждается Дроздова Ангелина, «Эстрадный вокал», 9-11 лет. Диплом второй степени награждается образцовый самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Радость». Народная хореография 12-15 лет. Диплом второй степени награждается Борисова Дарья, эстрадный вокал соло, возрастная категория 5-8 лет, культурный центр «СВАУ» города Москвы. Диплом второй степени награждается Антуана Юлиана, детская школа искусств номер 2, город Жуковский. Диплом первой степени в номинации «Журналистика» вручается Писаревой Елене, категория 19-25 лет. И заодно я прошу всех поаплодировать, у нее сегодня день рождения. Мы поздравляем ее, желаем больше успехов, счастья, радости, всего самого лучшего. Днем рождения! Дипломом первой степени награждается Шувалова Анастасия, детская музыкальная школа номер 1, инструментальная музыка Домра, номинация инструментальная музыка, класс Домра, 9-11 лет. Дипломом третьей степени награждается Путиева Вероника, номинация эстрадный вокал, возраст 5-8 лет. Дипломом третьей степени награждается Гордеева Татьяна, детская школа искусств номер 2, город Жуковский. Дипломом третьей степени награждается дуэт Кондратьева Юлия, Платонова Ирина. 5-8 лет. Дипломом первой степени награждается Павликова Полина, детская школа искусств номер 2, 9-11 лет, классический вокал соло. Диплом первой степени награждается солист в номинации «Академический вокал» Василий
Фунтиков, 19-25 лет. В номинации «Музыкальный театр» награждается вокально-театральная студия «Ноктюрн», город Москва. Дипломом первой степени награждается образцовый самодеятельный коллектив, хореографический ансамбль «Радость», народная хореография 9-11 лет. «Радость» от имени продюсера фестиваля вручается подарочный сертификат на 20 тысяч рублей. И еще «Радость», образцовый самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Радость», народная хореография, коллектив 12-15 лет, вторая подгруппа. В первой степени награждается партнерный ансамбль «Традиция». Номинация «Народное хоровое пение». Приглашаем сюда коллектив. Диплом первой степени награждается Ковалёва Мария, фольклорный ансамбль «Традиция». За фольклорное пение 9-11 лет, номинация «Фольклорное пение». Забыла сказать. Хочу сказать спасибо за такой фестиваль. Ведь фестиваль всегда объединяет. Что-то находишь новое, увидишь, услышишь и берешь для себя. И хочу сказать всем спасибо. Мы здесь подружились с коллективом из Осетии. Спасибо Яне, которая нам помогла. Так давайте дружить. Всегда дружить. Дружба соединяет всех. Нет войны. И никогда не будет. Дипломом первой степени награждается Хафидова Маргарита, детская школа «Скос» номер 2, город Жуковский, 5-8 лет номинации. Диплом первой степени награждается детский образцовый ансамбль эстрадного пения «Лучик». Возрастная категория 5-8 лет. А номинация «Эстрадный вокал». Приглашаем для получения диплома первой степени и кубка Кутиеву Веронику. Инструментальная музыка. 5-8 лет. Диплом первой степени вручается образцовому ансамблю народного танца «Родник» категория «МИР» и подарочный сертификат на 20 тысяч рублей. Диплом первой степени вручается Ягонён Ангелине. Эстрадный вокал, 5-8 лет.
докторской степени получается Заворкова Виктории, эстрадный вокал, 19-25 лет. Это возрастная категория, за ее прекрасные песни в исполнении «Город Железнодорожный». Диплом первой степени вручается вокальной театральной студии на актеры. Номинация «Академический вокал», ансамбль, 12-15 лет. Диплом первой степени вручается ансамблю дуэлистов «Ритмы города». Для вручения особых наград мы приглашаем на сцену члена жюри Смирнова Сергея Михайловича. Приветствую! В рамках национальной стратегии действий в интересах детей награждает Центр международных творческих проектов в области искусства, культуры, спорта, креатив директор Микулова Раиса Куприяновна юбилейной наградой, призом.